И снова добрый день, дорогие друзья. Мы на центральном пляже города Анапы, где потихоньку завершается первый групповой этап Олимбет Кубка России Агафонов. Ну и про сейчас скамейка. Первую минуту внимательно провести Поляков. Удар по воротам. Опасно. Сразу же опасность у ворот спутника возникает. Ворфамину было бы сложно выручить свою команду. Фомин. Тангер. Хорошая передача Тангера. И удар в одно касание. Абсолютно тем же отвечает самарская команда. Ну и что у нас через голкипера? Фомин. Фомин. И вот его попытка пробить по воротам Агафонов. Великолепно. Тангер в центр пытался сместиться. Тангер подбрасывает мяч Житецкому. Житецкий через себя. 4.52. Качуров бьет по воротам. Но это 1-0. Рниво открывает счет. Вывести по Качуров. Пауло сейчас... Считал, что у него было нарушение. Тангер бьет мощно. Тангер 1-1. Агафонов. Житецкий идет прессинговать своего соперника. Житецкий! Бег. Тангера мощно заряжает. И удар в разнообразные рикошеты. Сушицкий бьет по воротам. Фомин воспользовался. Востриков. Вострика! На этом первый период завершается. Спутник Рниму, группа С, третий. Пауло. Мощный удар рикошета, перекладина. Житецкий на подборе. Житецкий через себя и выше. Вот это момент сейчас был у спутника. Пауло. Пауло бьет по воротам. Преимуществом серьезно. Пауло. Тангер. Маруев. Удар. Ближний угол. Добивание. И все-таки 2-1. Ну, Пауло на всякий случай все-таки добил его в сетку. Можем сейчас повтор посмотреть. Ну да, успел открыться. Пока Тангер мячом владел. Тангера бьет по воротам. Момент для удара, но не пустил его Басов. А вот здесь момент, и это 3-1. Это 3-1 в свои ворота сейчас забивает Блистер Ниму. Пауло. Пауло не дали пробить по вороту, но Пауло по-прежнему с мячом. Пауло бьет через себя. Агафонов выручает свою команду. Удар еще один. Удар от голкипера самарской команды. Мы увидели. И удар получился. Второй период завершается. Спутник Рниму 4-1. 3 минуты. Агафонов далеко вперед. Здесь Лукас первый на мяче оказывается. Востриков. Востриков со своей половины поля бьет через себя. Это 5-1. Басов. Слышит подсказку от Лукаса. Лукас сразу же в одно касание дальше. Гадко от Вострикова. Лукас. 6-1. Посмотрим повтор этого красивого мяча. Востриков скидка. Ну и Лукас соперника. Тангер. Тангер. В центр сместился Тангер под удар Пауло. Пауло даже бить не стал. Уходит под бисиклету Пауло. Соперник. Здесь все в рамках правил было. Нет нарушения правил. А Тангер уже подстраховывает сзади. Тангер сейчас просто мяч мимо соперника прокидывает. Команде так случилось в итоге. То есть прокинул шикарно. Агафонов попался. Розыгрыш в итоге не получился. Партнеры по команде не поняли этой задумки. Пауло мяч подобрал. Пауло протаскивает его до чужих ворот. Пауло как умудрился сейчас мимо голкипера прокинуть. Пауло! 8-1. Осетро. Удар по воротам. Пауло бьет воротом. Пауло Ализаде. Ализаде. Удар по воротам. И это получается гол. И вот встреча завершается. Слышим мы финальный свисток. Спутник отправляется в тройгрупповой этап. Но Рниму, к сожалению, свой путь в этом Кубке России заканчивает.